Та-дам! Купили соковыжималку. Очень соскучилась по сокам. Последний раз я их гнала в 2015 году аж в Лондоне. Сейчас будет распаковка, а потом дегустация. Так. Вот такая небольшая Марта. Ужас. Да что тут такого-то? Ужас. Это еще без стаканчика, она вообще вот такая. А высоту? И это снимается. Высоту? Высота снимается. Мама против. Баба-яга, как всегда, против. Куда ставить? Вот оно все снимается. Так, ну это сейчас все надо промыть кипяточком и начнем заново. Ну, начистила морковку, начнем. Попробуем первым делом морковный сок. Немного, немного сока. Так, а если на вторую? Боюсь на вторую. Страшно. Три морковки и соку. Вообще ни о чем. Но сок красивый. Сейчас попробуем. Еще три за это. Ну-ка, что там у нас с этим, с отходами? Не видно. О, нормальный жир. Еще можно салатик сделать. Смотри. Можно пожарить. Сегодня мне помогает моя подруга Женя. Ладно. Так, сейчас снимем. Доснимаем. Так, продолжаем. Чин-чин. Четыре морковки, два полстакана сока. Так, пробуем. Ями-ями. Очень вкусно. Ну, Женя, точно нравится? Mm-hmm. А язык-то покажи, какой рыжий. А еще сейчас со сливками попробуем. Челсик у нас любит Женю. Мама номер три у нас, да, Челси? Мама номер три, как я тебя люблю, Женечка моя любимая. Вот так и живем. А еще я добавляю сливки. Немножечко. Не могу левой рукой. Так. Одному снимать, другому добавлять. Ну, типа того. Сейчас попробую. Mm-hmm.
Со сливками вкуснее. Вот такой вот получился жмых. Из него мы сделали салатик. Интересно, вкусный. Сметанки добавить. И получается отличный морковный салат. Да какая вкуснятина. Хочешь попробовать? Что так? Ну, чесночка еще добавить, так вообще будет обалденно вкусно. Сейчас мы попробуем редьку. Никогда не пробовала. Какой он на вкус сок редьки. Какая зелененькая. Вы еще повторяете? В общем, с редькой она не справилась. Не идет дальше. Сейчас почистим бокальчик редьки. Давай посмотрим, как выглядит. Интересно, с яблоками она будет справляться? Сладенькая. Будешь пробовать? К одному запаху уже, честно говоря. Да, чуть-чуть просто глотни. Да. Оно после вкуса будет просто другое. А цвет красивый. Нет. Нет? А если со сливками попробовать? Не знаю. Вот, со сливками. Со сливками да, помешала. Хочу, интересно, как будет. Ой, кабачок! Как давно мы с тобой не виделись? Сколько лет прошло? Ты что, не будешь мне рассказывать свою длинную историю, как ты жила без меня? Расскажи. Что она сказала? Тоскала. А почему вы опустили уши? Вам за что-то стыдно? Стыдно? Я стесняюсь. А у тебя ничего не видно, поднимай уши. Я стесняюсь, мама Женя. Чиди. Чиди. Ты молодец. Ты молодец. Твой главное так висит. Обнимашки я люблю. Только вы очень волосатые, мама. Волосатые обнимашки. С вас можно подушки делать. Собачьи. В общем, сломалась эта соковыжималка. Не успели мы напиться соком из трех морковок и одной редьки. Отнесла я ее сразу же в магазин, где покупала, и мне вернули деньги. Видимо, для приготовления соков мне придется купить соковыжималку помощнее и подороже. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!